Вчера полдня занималась тем, что вакуумировала продукты, все расфасовала, подписала. Теперь такой вот порядок в морозилке. Все, вот такой вот порядок у меня в морозилке. Я ее вчера тут мыла, все вакуумировала. Полтора ящика у меня теперь свободных. Здесь у меня овощи, грибы, здесь у меня ягоды, фрукты, здесь фруктовое пюре, там масло, соки. Вот такая вот красота. Освободилось место, кстати, с вакуумацией. И я еще это делаю для того, чтобы запахов не было. Что ты там про искусственный мир говоришь? Ну, Янка приехала. Эклеры вкусные. Такую икру вкусную мне привезла. Икра красная, Ян, бомба. Очень вкусная. Вот все, как я люблю. Икриночка к икриночке, малосол, ну прям свежачок. Да, все. А я не понравилась, как у нас все украшено. Кстати, я тебе хочу сказать, что реально не передает видео, правда. Я когда пришла, такой, вау, очень красиво. Прям. Ух ты, тут такой хорошенький лежит. Рядом с елочкой, а? Какая елка. Красиво у нас вечером, особенно красиво. Какая красота, когда приходишь дома и уже такие нарядные елочки, прям такое ощущение Нового года, вообще очень красиво, супер. Девочки, я не верю своим глазам, вы видите, срывается снег. Это счастье. Только сегодня с подругой говорили, что хочется снега ненадолго, хотя бы там на январь. Ощутить вот эти вот новогодние праздники, покататься на горке, построить снеговика, и все, и потом, чтобы он уже растаял. Единственный момент, будет ли вот он лежать, ну, вот это же оно будет месиво, грязное месиво. Вот этого, конечно, не хочется, хочется красивый белый снег, как в сказке. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь.